Первому медицинскому каналу исполнилось 10 лет. Камера, мотор. В 2012 году в партнерстве с компанией «Инвитро» было выпущено видеоприложение в печатной продукции издательства «Медиасфера». Но уже через несколько месяцев интернет-трансляции стали надежной основой образовательного телевидения для врачей. И теперь мы это будем делать. Вы сможете задавать вопросы в чате на сайте трансляции. Добрый день, или вечер, или утро, уважаемые коллеги. В 2016 году канал установил режим 8-часового вещания по будним дням и стал полностью независимым. В этой большой студии очень уважаемого канала Первого медицинского. Мы работаем сегодня в прямом эфире. Очень простые вопросы. Итак. Первый медицинский канал является одним из первых современных проектов непрерывного медицинского образования и входит в десятку крупнейших ресурсов в этой области. Обучение врачей, наверное, это все-таки первая задача. То, о чем я буду говорить, в целом это ваша работа. Практическому врачу бывает очень сложно сориентироваться в этом большом объеме информации. В марте 2022 года канал получил лицензию на образовательную деятельность. Приветствую вас на Первом медицинском канале. Мы предлагаем зрителям интервью с ведущими специалистами в области медицины, телесеминары и школы по специализации, прямые трансляции и репортажи с мероприятий, круглые столы, клинические разборы и видеоконференции, авторские программы и документальные фильмы об известных врачах прошлого и настоящего. То, что вот вы услышали сегодня, можно начать практиковать завтра. Первый медицинский канал постоянно развивается, расширяет географию и увеличивает возможности. В 2020 году мы запустили студию в Санкт-Петербурге, а в 2021 году провели первую трансляцию из нашей уже третьей студии в Москве. И у нас сегодня в студии очень интересные гости. Наши разработчики готовят к выходу мобильное приложение. Оно позволит зрителям присоединяться к эфирам с любого мобильного устройства. Современные средства коммуникации позволяют постоянно и качественно информировать аудиторию об обновлениях контента, включая подборки о мировых открытиях и новостях медицинской науки. Приоритетом первого медицинского канала остается непрерывное профессиональное образование врача для повышения качества медицинской помощи. Объединение представителей сферы здравоохранения в единое сообщество, сохранение и развитие уникальной отечественной медицинской культуры.